Ехал я копать, а тут вот так вот, а тут вот так вот. Кто это сделал? Правильно, мародеры. Вот так тебе. Ого, какой глубокий и круглый, а? Жесть. Тут видно, когда-то хозяин жил. Прокладки с чего-то. Огромные такие. Такая вот кружечка. Кружечка. Куда копать ехал? Так далеко. На перспективные места. Люблю я такие вот места. Но здесь уже побывали, правильно? Мародеры. А ты кто? А я Димон, не мародер. Что ж тут непонятного-то, а? Какая красивенная штукенция. О, пробок-то сколько надо? Пишите. Договоримся. Обои. Здесь все украдено до нас. А может быть и не все. Кружка металлическая. Банки, склянки и всякое такое. О, тарелочки! Давай, царские! Нет, это не царская. Это не царская. Кружка не царская, не? И это не царская. А что здесь? Фу, не. Думала, вдруг игрушки елочные. Это не царская. А здесь какой-то петушок. Ух ты, прямо аж сердце ёкнуло, думала вдруг. Не. Банки еще хорошие. Бутли какие-то. Камеру не брал. На разведку ехал. Тут даже вот какая-то штукенция есть. Фу. Вот они. Вот они, злото. Какой дом? А какой дом? Такой! Смотрите, как здесь все-то, а? Это, наверное, был сарай. В смысле, гараж. А что это такое? Оп! Ага, какой-то торшер. Так. Так, не провалиться, потому что Димон не птица. Вот этой вот штукой, кто не знал, сено носили на горбате. Вот смотрите, ой, как здесь все-то, а? Жили люди, а сейчас... О-о-о! Кукин-квакин. Нет здесь... шашки где-нибудь или пулемета Максима. Яблочек сколько? Пойти насобирать? Как бы тут не провалиться. Опа! Фу, яблоками тарит. Ну кто-то копал уже, видите? Металл видно. Ага, какие ночью были. Вот, порыто, порыто. Бутылок сколько. А дом был в свое время дорогой. Ого. Ого. Кто-то что-то нашел. Самовар с деньгами? Ты иди отсюда, тварь. Вот он. Туалет, наверное, был. Или погреб. А что туда никто не какал? Пустой. Смотрите. Была с этого. С трактора дверь. Ха! Рыбка. Надо кому-то? Пишите. Договоримся. Рыбка-карась, рыбка-карась. И кому
Зачем она сдалась? О, дерево кто-то спер. Кто? Мародеры. Пойдемте в дом. О, давайте позвоним. Бзз-бзз. Что у меня с перчаткой? Прогорела на работе. Бзз. Вот это да. Кружечки, чашечки. Что в таких домах? Всегда. Не, бывает что-то интересное. Чего? Потому что в основном тырят что? Металлолом. И всякое такое. Поздравления, Косян, Виталина Ивановна, 50 лет. Когда ты здесь жила? Юля, привет! Юля везде. Куда ни пойди, везде Юля. Не, мы ничего брать не будем. Мы просто походим, посмотрим, как люди жили. На-на-на-на-на-на. Фу-фу. А что это? Ой! Кто-то за ухо укусил. Что это такое? Без понятия. А вот это... О! Не знаю. Кто-то все повысыпал. Вот старые фотки. Если фотки здесь, значит, некому было забрать, да? Это кто-то шкаф свалил и все высыпал. Фу. Вот старые фотографии. 9/12. С наивной подписью. Не лазь, а то убью, падло. Бывает, я такое вижу. Но я же не лажу. Я просто вам показываю. Вот старая фотография. Пока никто не бежит с берданкой со словами «Ах ты, чё ты!» Вот кружечки, кружечки. Говорят, эту позолоту можно снять. Врут. Вот такая вот кружка. О, так. Ничего тут нам на голову не... Бубух. Не бубух. Вот это да. Какие огромные калоши. А, они самодельные. Поняли, это кто-то сам клеил. Смотрите. Ух. Видно, богатые люди жили, раз калоши себе клеили. Это о многом говорит. Книги какие-то. Игрушка, кукла. Страшная и голая. Привет, Юля. Она меня преследует. Здесь вот так вот. На эту камеру уже будет плохо видно. Но что имеем, то имеем. Кто-то раскурочил все. Что у нас здесь? Печку сломали. Кто? Правильно, мародеры. Смотрите, еще такая была. Такая была. А кирпич не забрали. Просто металл забрали. И все. Были здесь клады. Да кто их знает? Я не думаю, люди небогатые жили. О, Тая, привет. Вот так вот, смотрите. Кто-то хач! И все раскурочил. Тарелочка. Общепит. Кто-то подрезал в общепите. Вот какой был хрусталь, но сломанный. Вот еще одна тарелка. Не без ничего. Это побито тоже без ничего. И это не то. Игрушка. О, с дыркой. Кошелек. Кто-то его уже проверил. Кто? Правильно, мародеры. А что здесь, Юли нету? Я уже и загрустил. Ой, блин. Рукожоп-то, а? Игрушка. Повесим на место. Повесим на место. Провода. Пошутил. Ага. Здесь такой вот чайничек. Включатель был
Быль на дворе, видно, включали свет. Игрушка, смотрите. Заяц побегает. Что тут может быть? Да ничего. А что ты роешься? А не роюсь. Вам показалось. Вы чего? У меня же перчатка есть. Я же на коп ехал. Да, не хочу. Так, о, потолок уже свалился. Кто-то хотел спереть скобу на металлолом. Это что, ведро с попкорна? Я и не туда. Вот это да. Забороняется обживати під час перегляду трейлерів, бо може не вистачити. Ху-ху. Привет, Віталій. Вот так вот. Данная информация прозвучала на правах рекламы. Угу. Ну вот как-то так. А это что? Это, наверное, для яиц с холодильника. Пам. Ну все. Поехали копать, а то я не доеду сегодня. А там же нас ждут червонцы. Золотые какие. Ну вот как-то так, друзья. Ничего в жизни не вечно. Смотрите, сумка с какими прягами-то, а? Кому надо, пишите. Договоримся. И нет, ничего я по мусоркам не лажу. Я просто вам хотел показать, что не все не вечно. Игрушка какая-то. Даже консервация есть в банке, смотрите. Что? Это глаза хейтеров. Вот видите? Глаза хейтеров. Свежие. Глаза хейтеров. Надо? Пишите. Это военные штаны. Вояка где-то был. Ну так, так. Все, поехали. Всем добра. Как бы ногу не просадить. Картину кто-то спер. Картину кто-то спер. Чтоб тебе, вышел за дом, тут так все порыто. И думаю, ух ты, ё, кованина, оно, ух ты, ё, обломись. Это пули хуриулитан уже. Вот как-то так, что долбили, кто его знает. Правильно, кто долбил? Мердеры. А что, алюминий не забрали? Димону оставили? Как хотите. Это что, смола? Ага. Надо, пишите. Договоримся, накрою вот так вот, чтобы не размочило. Конденсатор пусковой. Надо? Пишите. Договоримся.